Балю, собрано в России, ребята, но собрано в городе Киржаче, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1. Ну, пускай напишут люди, есть действительно у них там такой завод, который такую прелесть изготавливает, электрический, конвективный, то есть конвектор, вот, обогреватель. Я взял его в ДНС-магазинчике за 2620, по-моему, или 2660, ну, не столь важно. Дешевле на Яндекс.Маркете нигде не было. Следующая цена была 2760, это на Озоне, и уже их разобрали. Почему-то ДНС не выставляет на Яндекс.Маркет свой ценник. Ну и хорошо. Я всегда захожу прямо на сайт ДНС. Так, там же вот я приобрел эти свои кондиционеры. По вообще очень сладкой цене. Воздухозаборник увеличенной площади сделали. Нагревательный элемент, самый последний вариант, дубль GeForce. Ножки в комплекте входят, то есть для напольной установки он годится. И должны быть еще сзади для настенной установки. Ну, площадь обогреваемого помещения до 20 метров. Это от многого зависит, там количество окон, дверей и прочее, прочее. И вообще, что вы хотите греть? Холодный гараж или довольно-таки теплый дом, как дополнительное тепло? Вот. Мощность обогрева, он, у него две ступени, тоже что хорошо. 750 ватт. Вторая ступень 1500 ватт. Так, это вот кронштейны для ножек, для колесиков, колесики. Это сам А, и на нем уже одето. На нем уже одето. Угу. Хорошо, что не наклеили. Да, молодцы, не стали наклеивать. Это на некоторых наклеено. А в паспорте, как я читал, написано наклейку снять. Нажал, вынул. А здесь просто сместить назад и вытащить. Все. Вот, давайте посмотрим. Люди говорят, что очень плохо входят. Здесь вот кольцо разжимное стоит. И говорят, очень плохо входит. Не знаю, вообще. Даже очень хорошо. Кольцо разжимное. Ты, может, доработали? Вот первый вошел. Вообще идеально. Второй идеально. Все, я думаю, они все войдут как надо. Главное, ровный. Не так наискосок. Конечно, сломаете пластик. Вот, все, вошли. Вот это как-то лучше легла. Вот, вставляете ровненько и прокручиваете. Вот, чтобы вот это защелкнулось, вот так потихонечку трясите и двигайте. И тогда она до конца дойдет вот сюда. Так, это вот до конца дошло. Так, а это... Вот, все. Вот, все, до конца дошло. Все. Вот так выглядит эта красота. Значит, имейте в виду, ребята, вот эти места не очень-то хорошо обработан металл. Так, ну и вот, тут на два положения. А, ну нейтраль, это на малое, на... Конечно, поставили бы два выключателя. 750 ватт, 1,5 киловатта. Было бы замечательно. Сейчас мы включили на малое. Вот, за ночь он довольно-таки неплохо подогрел нам вот кухню нашу. Когда надумаете снимать ножки, делайте это очень аккуратно.
чтобы не сломать. Вот люди пишут, очень хрупкие. Я уверен, что они хрупкие. Вот где блок управления, здесь самореза нет. Вот раз, два самореза, три, четыре, пять. Откручиваем. И надо приподнять и вытянуть на себя чуть-чуть. Вот, вытянули. Теперь посмотрим. Вот она, крышечка с теплоотражателем. Вот этот хваленый термоэлемент. Ну, вообще, много читал, и они говорят, действительно, термоэлементы очень качественные. Залапывать не будем, хотя это не галогенная лампа. Вот, провода убраны в термооплетке. Ну, это не эритовые, наверное, провода, да еще в стеклоизоляции. Так, так все выполнено очень неплохо. Вот датчик переворота здесь. Да, датчик переворота отключает его при перевороте. Сделал ручку. Вот сделал такую ручку, чтобы можно было переносить его. Очень удобно. Чтобы ручка не грелась, я под нее проложил из силиконового шланга, сделал прокладочки. Вот. То есть теперь она, ну, чуть теплая. А он работает уже давно, он-то горячий. Ну, очень удобно с такой ручкой. С обогревателем в балу и в снегу я не помру. О, нет. О, снег – это самое главное. А уж обогреватель, какой будет, ребята. Главное, готовьтесь к зиме. К зиме будьте готовы к зиме. Будьте всегда готовы.